вот мы и добрались. Гидропост Байдамтал вон там, на той стороне. Вижу. Знакомые места. Спасибо, что подбросил, а то бы мне не добраться сюда. Ну, чего там? Пассажир в нашей глухомане редкость. Считай, подарок в дальнем рейсе. Тем более, чувствуй, торопишься, да? Угадал. Ну, еще бы. У меня глаз острый. Так ты не забудешь на обратном пути захватить меня с товарищем? Ну, о чем речь? Мы же договорились. Браток, извини, еще один вопрос. А твой товарищ, наверное, девушка. И, видно, очень красивая, если ты из-за нее в такую даль забрался. Угадал? Она самая лучшая на свете. А красивая или нет, вот завтра заедешь за нами, тогда сам увидишь. Салам алейкум, Асалвайта. Что, не узнаете? А ты зачем приехал? За прошлым, чудак. Эхо в горах не возвращается. А я, как видите, вернулся. Я не мог поступить иначе. Твоя охотничья добыча. Постой. Кто? Что с ним? Не знаю. Ничего не знаю. Лежал без сознания в лесу на вырубке. Может, его бревном пришибло. Скажешь тоже. Бревном. Он бы уже был покойником. Ну-ка, помоги. Как ты его только дотащил. О, Боже! Что случилось? Бедняга. Асатай, убери столик! Осторожно! Осторожно! Где вы его нашли? Он хоть живой? Живой, тебе, живой. Ну что ты стоишь? Помоги нам! Асантай, беги к Асие, пусть принесет аптечку. Бектемир,
Разве такая обувь бывает? Чудно. Подними ему голову. Сейчас. Пришла, Сея? Ага, пришла. Вот она. Что за человек? А кто его знает? Наш старик на охоте отстал от своих, повернул обратно домой, ну и наткнулся на него. Может, он с неба свалился, а? Как помнишь, там Осия говорила, марсианин, да? Марсианин. Дед, сейчас там наверху все летают, кроме нас с тобой. Да, но твой марсиан на киргиза похож. Верно. А может, он лесной черт, а? Леший. Смотри, какие у него длинные волосы. Он весь горит. Ничего, мы ему сейчас крепкого чаю нальем. Джиде! 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 Я не могу. Не могу. Чего ты не можешь? Я боюсь. Подумай, кто он такой? Может, он бандит? Ты его документы видел? У него их нет, только мокрый конверт. И адрес не разберешь. Видишь, что я тебе говорю? И одежда на нем не охотничья. Ты заметил? Идеологи так не одеваются. В прошлом году у нас уже были чужаки. Вспомни. Они перебрались на тот берег, бросили люльку, а сами ушли. Ты еле добрался до нее по тросам. Хватит, я тогда натерпела страху. Там теперь замок. Одно название, что замок. Его ребенок открыть может. Я боюсь. Что с нами теперь будет? Не стой, как истукан. Скажи, ну скажи хоть что-нибудь. Кажется, наши с охоты вернулись. Слышь, знак подает. Пойду люльку на тот берег переправлю. Воды. Пить. Пить. Потушите огонь. Огонь. Джейдеш! Джейдеш! Смотри, какое мясо я вам принес. Охотники поделились своей добычей. Это же архар. Для нашего больного лучшего лекарства нет. Даже мертвого не нам кричи, не кричи, детей испугаешь. У нас в доме больных нет. А этот бедолага куда подевался? Осия взяла к себе. Как взяла? Почему? Чего ты от нас хочешь? Чего? Чтобы мы из-за него в беду попали? Нет. Ты его нашел, ты и вози с ним у себя дома, если тебе нравится. Ишь, хитрый какой. Ты меня в это дело не путай. У меня дети. Молчи, Джиды. Воды. Голову, что ли, они потеряли от страха? И Биктимир тоже хорош. Позволяет жене командовать. Какой же он после этого мужчина? Ну что вы кипятитесь, Атар? У него семья, дети. Вот он и беспокоится. Добрая ты душа. Оставайся всегда такой. Но ты меня не уговоришь. Где это видано, чтобы больному человеку отказать помощь? И для одинокой девушки это обуза.
Сама подумай. Огонь. А что ты с ним будешь делать? Никогда еще не приходилось колоть человека. Рука не поднимается. Да брось ты свои уколы. Лучше свари вот это мясо архара. Ему сразу полегчай. Мясо сейчас не поможет, Ата. Смотрите, какая высокая температура у него. Да? О, твоя правда. Есть у меня одно верное средство. Травка такая чудодейственная. Она меня... так выручала, когда я на границе служил. Жаль, что в то время не было такой девушки, как ты. Ну, я пойду принесу. А это вам от меня. Подарок. А где Сантай? А Сантай в городе учится. Мама к нему в интернат поехала. А тетя Сия на работе, что ли? Нет, она уехала далеко-далеко и больше сюда никогда не приедет. Держи. Спасибо. Иди гуляй. Неужели уехала? Уехала. Ну как, вам уже лучше? Нет, нет, лежите. Здесь гидропост. Гидропост. Почему я здесь? Как я сюда попал? Вас принес старик Асылбай. Неужели вы ничего не помните? Нет. Ночью вам было очень плохо. И мы боялись за вас. А теперь я могу вызвать санитарный вертолет. Не надо. Почему? У вас, наверное, воспаление легких. С этим не шутят. Не надо. Вертолет. Все боятся. Что вы тут делаете? Работаю гидрологом и радисткой. Вы всю ночь бредили, говорили о каком-то огне. Это, наверное, из-за высокой температуры. Как вас зовут? Асия. А вас, наверное, Нурбек? А? Обо мне кто-нибудь уже спрашивал? Никто. Вы думаете, о вас беспокоятся? Вы скажите, кому сообщить, а я передам по радио. Нет, нет, не надо. Не надо. Не надо. Скажите, откуда вы узнали мое имя? Я прочла его на конверте. Да. Верно. Я Нурбек Алиев. Совершил преступление. Понимаете, я преступник. Со мной случилась большая беда. Лучше вам сразу об этом узнать. Вам нельзя волноваться. У вас температура. Я вам правду говорю.
отвратительный. Нехороший человек. Асия. Как он там? Уже лучше. Пришел в себя. Асия, знаешь, ты уж не обижайся на нас за вчерашнее. Ну что, Байки, я не обиделась. Ты что? Разве я тебе извиняться посылала, ненормальный? Она же сама его забрала. Да замолчи ты, наконец! Пойми меня правильно. Один необдуманный шаг может изменить всю твою жизнь. Делая добро этому чужому парню, ты можешь оттолкнуть от себя такого достойного человека, как Айдар Кул. Что он подумает, если увидит его в твоем доме? Потом не забывай, за перевалом пограничная зона. А у него нет документов. Я считаю, его нужно поскорее отправить вниз. А вы что? Паспорт всегда в кармане носите. Я знал, что ты так ответишь. Ума тебе не занимать. Ладно, не будем говорить о документах. Как он одет, ты заметила? Я еще никогда не встречал в горах таких людей. А посмотри на его ботинки. Асия, ну не упрямься. Вызови вертолет из райцентра. Что с ним? Ничего, что-нибудь приснилось. Асия. Так не забудь послать радиограмму. Августа на гидропост доставлен пострадавший человек. Документы при нем не обнаружены. Имя пострадавшего Нурбек Алиев. Нурбек Алиев. Прошу передать сообщение. Сообщение. В районное отделение. Милиции. Ждем вертолет Бекджанова. Прием. Прием. Я 16-й. Уровень реки Байдамтал на 28 августа равен.
Бек, пожалуйста, ешьте. В термосе горячий чай. Будить вас не решилась. Вам всего важнее сейчас сон. Не забудьте принять лекарства. Асия. Ну, подвинься, мне не видно. Да не толкайся ты. Тихо. Мама! Мама! Он открыл глаза! Я тоже его видел! Я вам покажу, как чужой дверь подсматривать. Он смотрит в потолок и ничего не видит. А ты тоже балбес. Кто вам разрешил подходить к комнате Асии? Ну-ка, марш домой. Быстро. Чтоб я вас больше не слышала, бессовестные. Сама сказала, что он бандит. Поговори у меня. Я пошел. Мирбек. Вы уже 2 дня ничего не ели. Разве так можно? Не беспокойтесь обо мне. Как не беспокоиться, вы же ослабнете. Нужно заставить себя есть. Может быть, самому трудно. Так я вам помогу. Что не хочу. Почему? Нет, обязательно надо подкрепиться. Давайте я вас приподниму, а то ли уже есть неудобно. Можно я сам? Простите, больше не могу. Сынок, я слышал, твои дела пошли на поправку. Запомни, меня зовут Асылбай. И нашел тебя я, а не кто-нибудь.
тот день я, значит, иду по лесу и вижу на вырубке бревна лежат, а среди них ты. Я тебя вначале принял за бревно, а потом присмотрелся. Нет, шалишь, это человек. Разобрались, значит. А ты, парень, не слишком приветлив. Я-то думал, ты меня не забудешь. Как-никак. Я ведь, можно сказать, тебя с того света вернул, а? Я вас не просил спасать меня. Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Пусть Господь простит неразумные твои слова. Видно, там в городе вас плохо воспитывают, сынок. А мы городские все такие. Что, дочка, не обижает он тебя? Парень, он, видно, колючий. Как он может обидеть? Он только сегодня пришел в себя, а так все время бредил. А когда бредил, что он говорил, не помнишь? Да все тоже. Про огонь, про большой пожар, про то, что с ним случилась беда. Наверное, он пережил какое-то горе. Он прямо так и говорил? Ну да. Правда, в этот момент у него была температура. Он мог сказать что угодно. Это, конечно, верно. Да. Да. А ты послала в милицию радиограмму? Что вы говорите, Ата? Человек был между жизнью и смертью. Знаешь, Асия, нельзя быть такой доверчивой. А вдруг он какой-нибудь опасный преступник? Кто его знает? Даже если это преступник, ничего плохого он не сделает. Он же больной. Да, правильно. Правильно, дочка. Пока вылечим, успеем присмотреться. Ты уж прости, если я по-стариковски что-нибудь не так сказал. Доброе утро. Уже день на дворе. Встали, значит? Да вот первый раз вышел. А когда Сия вернется, вы не знаете? Как обычно, в 3. Ваши часы у нас. Муж спрятал их, когда вас переодевали. Асантай, в ящике около приемника лежат дядины часы. Пойди принеси. Мне показалось, что я потерял их в тот день. Нет. Все ваше цело. Нам чужого не надо. Остальные вещи у Асии. Она сказала, что сама приведет их в порядок. На вас одежда моего мужа. Ага. Спасибо. Спасибо. А ваша была изорвана, испачкана грязью. Эй, Джигит. Послушай, постой, куда же ты?
Нурбек, зачем вы встали? Вам еще нельзя ходить. Не беспокойтесь, все нормально. Поздно ты сегодня пришла. Небось, проголодалась. Еще как? Тогда мой руки и пойдем обедать. Это ты, пес. Кумар! Кумар! Нурбек, пойдемте с нами обедать. Вы устали? А может, вам опять не здоровится? Да. Глазки, сейчас тебя сполосну. Вот так. Вот так. Еще немножко. Не брызгайся. Хватит баловаться. Одевайтесь. Живо! Сидите, сидите. Вот так. Она, за мной! Ура! Послал Бог муженька. Размазня ты. Поговорить со сией как следует не можешь. Что с тобой? Ничего. Глупая она. Такого человека, как Айдаркул, ей никогда не найти. Айдаркул приехал. Стой спокойно. Что ты вертишься? Иди одевайся. Нет, еще не приехал. А это думал. Думал, думал. Пойми, ты только ходишь, извиняешься. А в округе уже, наверное, дурная слава о нашей Асие пошла. Не должен в комнате у молодой девушки жить чужой мужчина. Он больной, не болтай лишнего. А, больной. Он уже встал на ноги. Шел бы он отсюда по добру, по здорову. Почему, Асия? Не спрашивайте меня. Кто я? Откуда? Как я к вам попал? Да вы же в глубине души думаете так же, как и другие. Почему тогда все это? Сестра милосердия. Не надо. Здравствуйте. А, лошадиный доктор. Я вам газету привез, раз за весь месяц. Ну, зачем нам старые газеты? Ну, узнаете, как живут другие люди. Есть новости? Никакие. Наша Асия дома? Дома. Извините меня. Пойду очистить свои глаза. Я вел себя сейчас как дурак. Можно войти? Добрый, добрый день. Солнышко. Ну, как вы тут жили без меня? А? У тебя гость, Асия? А еще говорят, что новостей нет. Будем знакомы. Айдаркул, ветеринарный врач от гонного животноводства. Алиев, Нурбек. Так, так. Понял, понял. Вы, наверное, учились вместе с нашей Асией, верно? Нет. Как нет? А каким же образом вы здесь очутились? В командировке? Нет. Айдаркул, разговоры будут потом. Садись. Проходи, не стесняйся. Фу, вот еще, с чего это я буду стесняться? Понимаю, стесняются только малокультурные.
Это уж точно. Пойду руки сполосну. А почему он все время говорит «наша Асия»? Вы что, его невеста? Нет. Я видел его фотографию на вашем столе. Это он оставил, чтобы я к нему привыкала. У него... Так. А вы почему не садитесь? Может, стесняетесь? Так я вам сказал, какие люди стесняются. Проходите, садитесь. Я недавно обедал. Да ну, присаживайтесь. Не могу один есть, понимаете? Скучно. Я к коллективу привык. Так. А все же интересно, откуда вы взялись? Спустились с гор? А может, с неба? А? Я был здесь неподалеку. Чай пойду подогрею, а то совсем остыл. И так сойдет. Налей-ка мне. Значит, были здесь неподалеку. А где именно? Я все окрестности знаю, как свои пять пальцев. Ну что ты к нему пристал? Нурбек из города. Попал к нам случайно. Он повредил ногу, и мы оказали ему помощь. Доволен? Ты лучше о себе расскажи. Как у вас там со стрижкой овец? Когда начнете перегон? Со стрижкой хорошо. Скоро начнем перегон. А заехал я, чтобы... переговорить об одном важном деле с тобой наедине. Я пойду погуляю. Нет, нет. Ну что вы? Зачем? Сидите, сидите. Мы со Сией еще успеем наговориться. А где вы работаете? Учусь в аспирантуре. О! Я тоже подумываю. А что изучаете, если не секрет? Селекцию горных сортов пшеницы. О, значит, сельское хозяйство. Вот это да. Почему ты не держишь спиртного, Асия? Посмотри, коллеги встретились. Такую встречу надо отпраздновать, как полагается. Постой. Я знаю одного из ваших профессоров. Нестерова. Я его... часто в доме отдыха в бильярд обыгрывал. Представляешь? Да, кстати, говорят, у него на работе какое-то ЧП произошло. Ты не слышала? А, Бектамир, заходи, заходи. Айдар Кулку так неожиданно приехал. Ну, как угощает тебя наша Асия? О, пальчики оближешь. Готовить она умеет. Айдаркул, а ко мне на чай не зайдешь? С удовольствием. Ты же хотел со мной о чем-то поговорить. Забыл я. Хорошо, Бектамир, зайду. Только немного погодя. Я провожу тебя. Ну, аспирант, до встречи в аспирантуре.
Послушай, я не знаю, как тебя зовут, да и знать не хочу. Прошу тебя по-хорошему, ты же достаточно окреп. Уходи отсюда. Ты мне не нравишься. А я не девка, чтобы нравиться вам. Я оставаться здесь не собираюсь. Ух ты какой! Назад пошел! О, Господи! Он пропадет! Скорее! Давай сюда, сюда! Слышь! Господи! Господи. Руками перебирай! Он будет. Держи, давай! Не бойся! Ну что же! Возьмись руками за трон! К нам! Ах ты! Да ты что, оглох, что ли? Руками перебирать не можешь! Давай к нам! К нам давай!
Какое несчастье теперь ему конец! Асия! Турбек! Бежи! Турбек! Асия! Асия! Спасите его! Ну, придумайте что-нибудь! Пипипир, куда ты? Пипипир, что ты делаешь? Отец, ты с ума сошел? Погодишь! Держись, старик! Эх, мудрая у тебя голова! Недаром я тебя уважаю! Сейчас, что это такое? А я уже думала, тебе конец! Ой, подержите ему ту руку! Ой, бедовый ты! Лучше бы ты люльку угнал, чем так людей пугать! Тащите его скорее, то у него нога отвалится. Ничего, до свадьбы заживет. Везучий ты парень. Асия, зачем вы привели меня сюда? Я и так чувствую себя неловко перед всеми. Представляю, как я был жалок на той веревке. Не казните себя так часто. Это может войти в привычку. Ну, отец, начинай. О, великий творец. Зачем это? Потом. Прими от нас жертву в знак благодарности за спасение сына нашего Нурбека. Ой. Неужели все из-за меня? А Сылбай-ата сказал, без этого нельзя? Угощайтесь, никакой воспитанный не угнал люльку, как я в прошлом году. Какой достойный жених. Земляки, послушайте, что я вам скажу. Ну, дайте мне сказать. Послушайте. Дай сюда. Простите, пожалуйста, но вы не даете слова сказать, Биктимир Байке. Не хотим его слушать. Да подождите вы. Ой, Асия, мы тебя так давно не слушали. Слушай, браток, именно сегодня, когда мы собрались здесь, я хочу тебе откровенно сказать. Еще берез. Мы люди простые, всю жизнь прожили в горах. Попробуй, что на душе камнем лежит, выкладываем сразу. Так что не сердись, я виноват перед тобой. О чем? Ну что ты там мелешь? Ну это мы с Турбеком сами знаем. Чего ты провинился? Короче говоря, браток. Выпей, выпей. Давай, выпей, за твое здоровье. Выпей, меня такой же младший в городе уже слушали. Ах ты мой соловей. Рад и едем. Савага! Не позорься! Ты в горы, там мои люди добрые, уменьшай воля! Наристе джамала! Тебе, дочка. Эх, был бы я сейчас молодым да красивым пограничником. Ну и что? Наша Зия все равно бы на тебя внимания не обратила. Правильно. Извини, папа, курчу, пай, кузовилич.
беспокойтесь, Эдже. Мне сегодня Нурбек поможет. Я пыль веков с земли сдувая, с вопросом вечным обращаюсь к ней. Быть или не быть? Можно вопрос? Кем? Ученым. От имени и по поручению ученого совета института разрешите сказать вам следующее. Дорогой, многоуважаемый Алиев, поздравляем вас с присвоением высокого звания ученого. Ура! Знаешь, если я когда-нибудь буду ученым, и не каким-нибудь, а настоящим, я сделаю все, чтобы сбылась моя мечта. Создать такую пшеницу, которая могла бы расти высоко в горах, по всей земле, представляешь? У нас, на Тиньшане, где-нибудь в Кордильерах, и даже на поле. Хвостуни. Слышали ваших любимых певцов, услышали понравившиеся вам песни, которые прозвучали в программе музыкального глобуса. Вы можете приготовить ваши магнитофоны, может быть, некоторых мелодий, которые вам нравятся, еще нет вашей домашней. Папа, сегодня не жалею аккумулятор. Бери ложку. Такое веселье, на, куда там? Бери ложку, папа, бери. Красиво. Бери ложку. Ты, конечно, всегда жил в городе. Нет, ты не угадала. Я родился в Аиле, далеко на юге. Отца моего перевели в город, с тех пор мы там и живем. Но это было так давно, что я ничего не помню. А ты злой? О, твои вопросы напоминают анкету. Общественно-политического, художественно-социологического, семейного. Хватит, хватит. Я серьезно. Ну, серьезно, девушка, серьезно. Нет, я добрый. Даже хуже. Тряпка. О, неужели? Угу. Ну-ка, потрогаем. С такой мускулатурой парень не может быть тряпкой. Я о другом. Я о душе. Я люблю тебя. Поверь, Сия. Со мной такое впервые. Я не знаю, что сказать. Все так неожиданно.
Совсем недавно я тебя не знал. Даже не догадывался о твоем существовании. Я тоже не думал, не гадал, что найду тебя в такой глуши. Уверен, что никогда бы не нашел тебя, если бы не случай. Да, я оказался у вас совершенно случайно. Понимаешь, мы проводим опыты на сортовых участках в Чонсае. Ты знаешь, где это? Ну вот. В один из свободных дней мы решили компанией сходить в горы. Ну и вечером на привале кто-то из ребят затеял глупую игру. Жечь сухие травы на склонах горы. У кого, мол, костер побольше. Мне это не понравилось. И я поссорился с ребятами. В конце концов убежал от них. Попал под дождь. Повредил ногу. Ну и остальное ты знаешь. Пойдем походим. Мне 9 разных стран исполняли песни. Одна из этих песен особенно понравилась нашей слушателям. Ее пел японский мальчик Аками Минадава. А была эта песенка о его любимом черном котенке, которого назвали Танико. Галина Петровна Иванова из Краснодара, из Свердловской области, Валентин Гаврилов из Сибири. Вы хотели еще раз услышать эту песню. Что ж, с удовольствием выполняем. Пошли. Асия! Асия, ты дома? Не слишком ли загостился у нас этот парень? Кто? Нурбек, что ли? А кто же еще? Пришел, набаламутил тут. А что он сделал плохого? Вон она, сие нашей, помогает. Тебе дал передышку, чтоб ты мог хозяйством своим заняться. А я не нуждаюсь в его помощи. Если еще раз увижу его со сеей, руки-ноги переломаю. Ну, чего ты расшумелся? Парень, он молодой, красивый. Может, она судьбу свою нашла, как знать. Надо радоваться, если он ей по душе. Ты же сам недавно чуть не в любви ему объяснялся. Тебе не надоело зубоскалить, дурачком прикидываться, мухомор старый? Не верю я этому оборванцу. Понял? Наша Асия теперь уже не наша. Вторую ночь дома не ночует.
все с этим типом гуляет. А мне она дороже, чем сестра. Как я могу спокойно смотреть? А я-то думаю, что это он не спускает глаз с нашей оси и по пятам за ней ходит. Теперь все ясно. Глупая девчонка, как бы ей второй раз не обжечься на женихе. Помните, она сама нам рассказывала, как ей не повезло. И с Айдаркулом нехорошо получилось. Что ж теперь будет? Господи, срам ты! Да угомони ты ее! Чтоб тебе провалиться сквозь землю, окаянный! Нечего зря орать. Не досмотрели мы. Надо с ним поговорить. Послушаем, что он скажет. Привет, земляки! О, что это вы приуныли? Ха. Или забыли обычай, как гостей встречать? А, лошадиный доктор приехал, а старые газеты не забыл прихватить. Все шутите, Асалвета. Да если б не мои газеты, как бы вы повышали свой культурный уровень? Это ты верно говоришь. Если б ты не привозил нам старые газеты, чем бы мы печь растапливали? Ну, кому печь растапливать, а кому мировой политикой интересоваться? Что, Асии нет дома? Не вернулась еще. До сих пор не вернулась? Хм, уже поздно. Да, Бектемир. А ты почему не пошел сегодня? А сие одной трудно? Она не одна, ей Нурбек помогает. Нурбек? Угу. А, помню, хромой аспирант. Я думал, он давно уехал. А он, оказывается, здесь. Куда ему спешить, дармоеду? У него и дома-то, наверное, нет. Как так нет? Очень просто. Откуда он взялся? Что за человек? Никому не известно. Во-во-во-во. Он мне тоже подозрительным показался. По-твоему, он бандит? Нет. Он не бандит. Мне кажется, тут другое. Гораздо хуже. Что ему нужно было в горах? А? Интересно. Может, он шпион? Возможно. О, Господи, кто бы мог подумать? Ну, что же это милиция за ним не едет? А вы радиограмму посылали? Давно, только вот ответа почему-то нет. Их, вы необразованные люди. У вас под носом такое творится, а вы послали одну радиограмму, и все, на этом успокоились. Надо было каждый день посылать и писать коротко и ясно. Ночью в горах был задержан неизвестный и доставлен на гидропост Байдамтал. Выходит, это я его задержал. А то, что он лежал без памяти, и я его принял за бревно, тоже писать? Да ожил он уже, вон в горы пошел. Приборы таскает на себе. Как вы могли отпустить ее? Совсем одну. Знаешь что? Она сама с ним пошла. Что мы можем поделать? Человек она взрослый. Он ей сразу понравился, я первая заметила. Как понравился? Как? Откуда я знаю, как? Не может быть. А я...
со мной это теперь как, Бектимир? Ты же сам вызвался. Обещал поговорить с ней. Все уладить. Я на тебя понадеялся. Так же нельзя. Я бы с ней и без тебя мог объясниться. Она бы меня поняла, у нее диплом. И ко мне она, по-моему, хорошо относилась. Фотографии мои на стол поставила. Асия? Наконец-то! А мы за тебя очень волновались, Асия. Чего только не передумали. Здравствуй, Айдарков. Здравствуй. Зачем ты пошла с ней в горы? Это же опасно. О чем ты? Я только сегодня все узнал. Мне даже в голову не приходило. Поговорим потом. Я очень устала. Норбек, подойди ко мне. Подойди, сынок. А ты, Асия, иди домой. Отдохни. Асия, тебе здесь нечего делать. У них мужской разговор. Не вмешивайся. Пойдем. Подождите. Пойдем. Ну-ка, стань поближе. Ты, парень, не удивляйся, что я тебя так вдруг остановил. Но, короче, ваши близкие отношения нам стали известны. А так? Да. Поэтому нам не безразлично, кто ты такой и как ты оказался в наших местах. Это что, допрос? Как ты смеешь так говорить, щенок безмозглый? Зачем вы так ругаетесь? Нурбек ни в чем не виноват. Он мне все давно рассказал. Если хотите, я могу повторить. Асия! Почему не надо? Тогда сам говори. Ничего я вам не скажу. Нет, скажешь! Бектимир Байке! Асия! Да что с тобой? Ты только подумай. Ну кто он? У него в кармане ничего нет. Ни ломаного гроша. Ни дрянной бумажки. Его старик в грязи нашел. Да ты раскрой глаза, присмотрись. Я ему верю. А вот это зря. Не надо шутить надо мной. Неужели он тебе нравится? Нравится. Я его люблю. Молчи, Асия. Прошу тебя, вот прилетит вертолет, и ты убедишься в нашей правоте. Да, милиция выведет этого прохвоста на чистую воду. Вывести, конечно, можно. Только зачем ты оскорбляешь человека? Да перестань ты. Вертолета не будет. Почему? Разве ты не отправила радиограмму? Нет. Ты соображаешь, что натворила? В твоем доме скрывается преступник, темная личность. Ты за это ответишь перед законом, понятно? И вас тоже по головке не погладят. Что делать? Что делать? Бектимир, садись на коня и скачи в район. А я останусь здесь, постерегу его, чтоб не сбежал. Коня загоню, а в совхозе сегодня буду. Пусть милиция проверит его. Они разберутся, что к чему.
Меня как будто окатили водой. Понимаете, привели в чувство. Все вдруг стало на свои места. Эх, парень, парень. Я понял, что не имею права на Сью. Ведь она тогда еще не знала, что я ей все наврал. Бег, зачем ты так переживаешь? Поверь, все будет хорошо. Мне сейчас хуже, чем тебе. Они поступили грубо, бесчеловечно. Прошу тебя. Я виноват перед тобой. Прости меня. Я виноват. В чем? Прости, если можешь. Я виноват. В чем, скажи? Очень, очень виноват. Не мучай меня. Асия. В чем ты виноват? Скажи. Асия. Скажи, я пойму. Асия. Скажи, тебе будет легче. Ну, пожалуйста, не молчи. Не спрашивай. Дай воды напиться. Горло пересохло. Фу. Эй, ты что, один приехал? А милиция где? Дома дрыхнет. Что значит дрыхнет? У нас тут такие дела творятся, а они? Они нормальные люди. Вот и спят в положенное время. Хм. А мы, выходит, ненормальные. Конечно. По ночам гоняем лошадей из-за пустяков.
Эй, Бектемир, может, ты будешь выражаться яснее? Что-то мне сегодня, мой друг, совсем не нравишься. Ты им объяснил толком нашу ситуацию? Ну, положение наше. А чего тут объяснять? Я не такой дурак, как ты думаешь. Ну, а милиции что? Ничего. Когда узнали, что он жив, обрадовались. Они искали его в городе, а он оказался у нас. Эй, дорогой! Ты ври, да не завирайся, у меня нет времени. Я переживаю, волнуюсь. Сижу здесь, глаз не смыкаю. Стерегу этого типа, чтобы он не сбежал. А ты мне морочишь голову. Обрадовались! Не веришь, поезжай сам. Действительно, надо было самому ехать. Эх, дурак я, что тебя послал. Эй! Ты через кого перешагнул, скотина? А пока ты будешь ездить, твой шпион не сбежит? Не беспокойся. Надо будет, без твоей помощи догоню. Смотри, не споткнись. Чего это ты с ним так сурово? Раньше души в нем не чаял, для сии лучшего жениха не желал. А теперь? Какой тебя козел в одну? А будь он не ладен, перебаламутил всех, напугал. Нет, он не бандит. Тут совсем другое. Но оказывается, все из России, что она не ему досталась. Асаке, дело дрянь. Что ж теперь будет? Наш студент, его действительно зовут Нурбек, комбайн угробил. Сжег опытное поле какой-то особой пшеницы. Говорят, такой ценный сорт. Серпами надо было убирать. Да в ту пору рабочих рук не хватало. Тогда Нурбек решил попробовать комбайном. Ночью, в одиночку. А склон горы оказался крутым, и комбайн сорвался в пропасть. Вот так, Асаке. Что ж, милиции не приехал? Разве совхоз его считает невиновным? Я сказал им, что его здесь нет, что он давно ушел. Почему? Ведь наша Асия его любит. Ты неправильно поступил, Бектемир. Ложь рано или поздно обнаружится. Как бы наша Асия потом не стала еще тяжелее. Так что, может, его сейчас выволочь во двор? Ему говорят, сними шапку, он голову готов снести. Да, парень. Вот так с размаха недолго и поранить человека. Ты себя с ним заодно. Да ну тебя не поймешь. То одно говоришь, то другое. Вечно ты с лбой туман напускаешь. Эх, Бектемир, тумана никакого нет. Теперь все стало ясно. Асия, хотел разбудить, но передумал. Одной тебе легче будет узнать правду. Я совершил преступление. По моей вине разбился комбайн. Сгорело опытное поле пшеницы. Мой учитель,
профессор Нестеров собирал по колоску, выращивал по зернышку этот сорт. А я в одно мгновение уничтожил его 20-летний труд. И сбежал, как последний трус. Я же рассказывал тебе об этом, но ты не поверил. А потом, в тот вечер, помнишь, я уже не мог сказать правду, потому что боялся тебя потерять. В этом была моя главная ошибка. Я не имел права на тебя с самого начала. Права быть рядом с тобой. Даже просто мечтать о тебе. Прости и постарайся все забыть. Я иду, чтобы принять любое наказание. Иначе никогда не стану человеком. Иначе буду презирать себя всю жизнь. Прощаюсь с тобой навсегда. Ведь я не знаю, что меня ждет завтра. Нурбек. Пришла просить прощения. Вчера я вас плохо подумала. Что ты, доченька. Это мы все должны перед тобой извиняться. Сама знаешь, народ в горах грубоватый. Выпей чаю. Нет, спасибо. Не убивайся ты так из-за него. Он тебя не стоит. Ну, обманул. Ну, взял и ушел. И пусть катится к черту. Подлец он, понятно? Чему улыбаешься? Он вовсе не подлец, Ата. Мне сейчас очень тяжело. Но не потому, что он сказал мне неправду. Если бы он просто обманул меня, но разлюбил, что ли, все было бы проще. И, наверное, легче. Тогда объясни. Я одного никак не могу понять. Почему, когда ему было трудно, он не доверился мне, не поверил в мою любовь. Мое желание помочь ему. Быть всегда вместе с ним в горе, в радости. Вот чего я никак не могу понять. Понять и простить. Это все, что она сказала, и вскоре уехала навсегда. Да, парень, эхо в горах не возвращается. Постой! А гостинцы зачем оставил? Забери.